Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире телеканала «Видное ТВ», программа «Все грани мяча». Закончился чемпионат мира, мы подвели его итоги. И наступило время, когда мы вновь начинаем болеть за свои любимые клубы. Стартовал чемпионат России 2014-15 годов. И на протяжении всего сезона мы будем говорить о том, как выступают наши клубы в Евролиге, выступают в Лиге чемпионов, ну и, естественно, в чемпионате России. Мы будем говорить вместе с вами, а также с Сергеем Буслаевым, Кириллом Узалевским, Евгением Ворониным и Константином Щербаченко. Добрый вечер, друзья! Кирилл, вечер, два раза тебя не назвал. Да. Я думаю, что каждый из нас ждал этого дня, ждал этой недели, выходных, когда действительно стартует чемпионат и команды сыграют свой первый тур. Но по традиции, да, сложившейся у нас в программе, мы начинаем по времени, да, происхождения тех или иных событий. И начинаем мы с Лиги чемпионов. Так уж получилось, что действительно при переходе на систему осень-весна наши клубы начинают и в Европе выступления, и в чемпионате России практически одновременно. Итак, «Зенит» после жеребьевки достался, на мой взгляд, самый легкий соперник, который только можно было придумать. Кипрский АЭЛ. Друзья мои, если честно, я, как говорится, не первый год в футболе, да, но вот такого результата, который видят и наши телезрители, и то, что мы видели в исполнении «Зенит», я думаю, не ожидал никто. Что случилось? «Зенит» за предсезонку не проиграл ни одной встречи. И тут вот, пожалуйста, не самая сильная команда, которая имела в своем составе там 8, по-моему, новичков, которые в прошлом году, да, не играли. И вот такая вот непонятная, может быть, не только игра, а уж результат и подавно. Сереж, перенеси свои заметки на полях, теперь и донеси до наших телезрителей. Извините теперь. Ну, конечно. Я думаю, просто здесь элементарное невезение, потому что мы смотрели матч, «Зенит» имел явное преимущество, очень явное, и моментов было море у всех забить, просто вот мяч почему-то не шел в ворота, и случился такой курьезный гол, можно сказать. И «Зенит» уехал. Курьезный, как насколько курьезный? Курьезный, но... Была атака, да? Забили, там не рикошет. Ну да, головой забил там польский нападающий, легионер кипрский. И «Зенит» уезжает с Кипра. Но я думаю, будет все хорошо. В Питере, я думаю, «Зенит» разнесет этот АПЛ. Ой, АЕЛ. АЕЛ, да. Ну, АПЛ, да, уже в прошлом году «Зенит» разнес. И, да, мы, я надеюсь, потому что «Зенит» и по всем показателям, что там говорить, перечислять не будем, он сильнее, естественно, это кипрского клуба, как и «Динамо» сильнее израильского клуба. Да бюджет «Зенита» больше, чем бюджет всего Кипра. Да. Правильно, вот мы с Кириллом одновременно сказали. Всего Кипра, не говоря уже об этой команде. Я, честно говоря, когда смотрел этот матч, я не понимал. Вот, Сереж, ты говоришь, что какая-то там, не знаю, случайность, это была не случайность. Мне кажется, что если команда, а это «Зенит», лидер нашего чемпионата, это команда, которая обеспечена, начиная от, не знаю, от уборщицы, да, до самолетов личных. Жень, на твой взгляд, почему «Зенит» проигрывает этой команде, и Россия теряет, естественно, очки в еврокопилке? Да я думаю, что просто действительно было начало сезона, хотя они вроде бы все товарищеские матчи свои выиграли. У киприотов тоже начало сезона, и не одной игры не начало сезона, да, но я думаю, что это просто было банальное действительно невезение и, наверное, недооценка соперника. Вот и все. Кость, скажи, пожалуйста, недооценка соперника. Вот когда мы говорим о такой формулировке, недооценка соперника, люди, недооценка соперника может быть, я не знаю, в 12 лет, наверное, в 13 лет, может быть. Детско-юношеской школе, совершенно верно. Какая может быть недооценка у профессионалов, у людей, которые прошли чемпионаты Европы и мира, Лигу чемпионов, какая может быть недооценка в этой ситуации? Ну, я, в принципе, не разделяю, мнение с Евгением. Все-таки это профессионалы по своему делу, и по первым минутам было видно желание зенитовцев забить гол, и у них было очень много опасных моментов. Тут, конечно, свою роль сыграло бесспорно то, что это только начало пути «Зенита», хоть и были проведены товарищеские встречи, но, как правильно отметил комментатор,
всю силу команды можно обязательно увидеть именно в официальном матче. Мы увидели, я лично увидел по первому тайму, что «Зениту» будет непросто. И я, посмотрев первый тайм, а второй уже не видел, только в повторе, да, крутил момент, и я не был шокирован тем, что «Зенит» проиграл. И по принципу своему, конечно, у меня были мысли о том, что «Зенит» забьет свои обязательно два мяча, но на самом деле именно вот на данный момент у меня вот нет такой вот уверенности. А вот смотри, скажи, пожалуйста, вот если бы такие команды, как «Зенит», чуть позже мы поговорим еще об одной команде, которая не принесла достаточного количества очков в еврокопилку, да. «Локомотив» мог бы играть в Лиге чемпионов. Мог бы играть, заняв третье место, а будет играть в Лиге. И мог бы играть как раз с этим АЕЛом, и я думаю, что результат был, может быть, другой. Но никто не знает, потому что «Локомотив» не играет в Лиге чемпионов, а «Зенит» играет. И «Зенит» сейчас показывает, на что он способен. Вы сказали то, что бюджет команды — это как весь Кипр, а вся команда АЕЛа — это 1/10 часть Халка, звездного игрока «Зенита» и сборной Бразилии. Вот. Тут недооценка произошла, может быть, в том, что ребята реально решили о том, что им все достанется очень просто. Ну, ты сказал, что они профессионалы. Я имею в виду на классе, да, то, что они выйдут и своими звездными новичками все решат индивидуально. И мы видели эту индивидуальность, где можно было где-то сыграть на команду. И Вилош Боош, это главный тренер «Зенита», наверное, сейчас... Вот у него будет, наверное, целый сезон, я думаю, ему даст руководство. И он будет строить команду, потому что новые новички и звездные игроки, они, конечно, хороши. Но футбол славится тем, что это командная игра. И только командой они смогут пройти дальше. Костя, а кто тогда звездные новички, вы, извините? Ну вот Гарай, новый звездный новичок. Ну, да, и, кстати, и не без его участия был забит гол АЕЛом. Я считаю, что это звездный новичок, потому что он играл в финале чемпионата мира. Хорошо. Кирилл, тебе, как болельщику «Спартака», я думаю, что среди нас всех присутствующих более эта тема знакома. Это тренерская чехарда. Да? Если так и мне память не изменяет, там за 10 лет, по-моему, 10 тренеров главных сменилось в «Спартаке». Вот, ну, 9, хорошо. 9 сменилось, да. Вот скажи, пожалуйста. Вот игра, которую показывал «Зенит» при «Спалетти», и сейчас игра, которую показывает «Зенит» при Вилоше Боуше. Можно сказать о том, что все так же игра строится только на личном мастерстве каждого отдельно взятого игрока «Зенита». Ну вот если смотреть вот именно еврокубковый матч, то там действительно, да, я с тобой соглашусь, рвал и метал Халк. Я думаю, вот ему было очень обидно, ну что же за со мной толки играют неталантливые игроки, потому что он проходил, отдавал, попадали в штангу, били мимо ворот. Он делал все для... Он командно играл, можно сказать. Он делал для людей все, но они не забивали. Ну а вообще вот этот результат все-таки, мне кажется, да, это некая нервозность первого матча. Я с Сергеем соглашусь, я уверен, что «Зенит» пойдет дальше, вот так скажем. Ну что ж, вопрос ответить на твой вопрос. Давай, с удовольствием. Про изменение игры «Зенита» при «Спалетти» и Вилош Боуше. Игра «Зенита» изменилась с приходом Халка и Витцеля. Мы об этом говорили даже, если вспомнишь. Да. То есть одна игра была у «Зенита» до их прихода, и другая совершенно игра стала сейчас. Сейчас, тем более в начале, когда Халк тянул одеяло на себя, когда никому не отдавал, когда он только играл один. А сейчас, вот правильно Кирилл сказал, у Халка появляется командная игра. То есть он видит своих соратников, отдает пасы, ведет комбинационную игру. Ну, я думаю, Вилош Боош прекрасный тренер. Я думаю, «Зенит» справится с дома именно вот слава с киприотами. Богу. Вот мне, честно говоря, даже уже немножко отлегло. Потому что вот вы говорите, что «Зенит» дома должен справиться с киприотами. Ну, а как, даже не знаю. Олег, ты себе как ты представляешь, что они 0-0 сыграют в «Зените»? Тогда надо расформировать всю команду и увольнять всех. А что, разве и уборщицы тоже? О. Нет, уборщицы останутся. Но этого не может быть. Я вот это прям не верю. Хорошо. Там, ребят, Кирилл уже повторил слова. В среду, да, если мне память не изменяет. 6 числа «Зенит» встречается с АЭЛом. Я очень надеюсь, что «Зенит» забьет как минимум 3 мяча.
И не пропустит. Вот, и два. Не пропустит два. Да, совершенно. Это будет просто эпик фейл какой-то. У всех команд было такое. У ЦСКА было Мьёль, да, у Спартака было Кошца. У ЦСКА был АИК. Да, ЦСКА проиграл. Ну, я вот прям, ну, мне не верится. Ну, хоть убейте. Зенит выйдет дальше. Хорошо, хорошо. Чего не скажешь о Динамо? Потому что мы говорили о Лиге Чемпионов. А сейчас мы переходим к Лиге Европы. Матчи состоялись. Единственная наша команда, которая стартовала самой первой, это была команда Краснодар, которая в первом раунде обыграла свою команду. И теперь вот настал второй раунд. Команда, чтобы не ошибиться, Дьёж-Дьёр. Дьёж-Дьёр – это венгерская команда. Да. Какая? Венгерская команда Дьёж-Дьёр. Там немножко неправильно, они играли в гостях. Да, совершенно верно. Да. Дьёж-Дьёр, да, играл да. тоже. Но судя по счету, да, а там дома. Без разницы. А кто не смотрел вообще матч? Судя по счету, я честно скажу, я не видел этот матч. Я смотрел, я специально зашел на сайт Краснодара и смотрел. Там трансляция была. Сайта была прямая трансляция, да. И, ну, Краснодар смотрелся, конечно, ну... Честно сказать, Дьёж-Дьёр слабенькая команда. Mm-hmm. Вот даже для европейских команд очень слабо. Оборона слабее, вот, Они выходили, да, в пятером, в шестером краснодарцы. И они могли еще больше забить там. Они там, творили в штрафную, что хотели. Там, и пяточками отдавали. В общем, издевались над Дьёж-Дьёром бедным там. Могли. Но самое интересное, что даже Галицкий, если кто читал, его что понравилось, когда закончился матч. Болельщики еще минут 10 не отпускали. Не отпускали сколько там, полчаса. Да, да, они, я и смотрел это, они подошли к трибуне, как вот немцы делают иногда, вот немецкий кто чемпионат смотрит, приветствовали болельщиков, болельщики им аплодировали. Я обалдел. 5-1, у нас бы там, я не знаю, с порошок стерли бы. Либо розы бы полетели. Видно, понимаешь, Олег, они не так часто играют в европейских кубках, поэтому, может быть, даже 5-1 это нормально. Не, ну здесь можно констатировать факт, что во втором туре уже Краснодар обеспечился. В прошлом деле 14 мячей, получается, да, Краснодар забил. Он и в тот раз забил в Еврокубке. Ну, пока такие команды тоже попадаются. Ну, какие такие? Вот, какие такие? А самое, что попал в Динамо и Зениту. Локомотив попался, ну что, Краснодар забил там хоть один мяч. А что, Локомотив что-то показал? Ну, извините, ты не смотрел игру, Жень? Хорошо. О Локомотиве мы говорим чуть позже. Краснодар, говорится, да, действительно попалась такая команда. А какая команда досталась Динамо? Хорошая команда. Я специально, я не поленился, накануне передачи посмотрел, что это за город, я даже название. Нет, команд таких много, у них ХПЛ много. ХПЛ, у них много. ХПЛ самый маленький. Город, который может поместиться на стадионе Химки всем, вот все от Малага довели. Ну, 70 тысяч там где-то, или 40 тысяч. 15. Здрасте. Ну нет, это стадион. 15 тысяч. 20 тысяч. Население этого города 20 тысяч. Я специально зашел, посмотрел. Это не полный стадион Локомотива. Да, это не полный стадион. Что ты хочешь сказать? Это три видного. Вот ты говоришь твои слова, теперь оправдывайся. Я хочу сказать, у Динамо состав больше, чем все население этого города. Ну не важно. Допустим. Не, у них даже легионеры играют, там я посмотрел, поэтому не будем говорить так уж. И команда, раз вышла в Лигу Европы, тоже не последняя команда. Хорошо, да, играет. Она третье место заняла в чемпионате. Неплохой тренер, кстати, у них, да. А в Динамо? В Динамо еще лучше тренер. И Динамо... А почему результат 1-1? 1-1, то... потому что то же самое произошло, что и с Зенитом. То есть Динамо... Ты посмотри, сколько моментов было почему у Динамо. Почему цвета, да? Бело-голубые цвета, что там, белые какие-то там, да, синие и так далее. Почему происходит с командой? Ну, ты же сам мы с тобой говорили. Почему не забивает Кокорин, да, на последних минутах, выходя 1-1? Да. Ну, так вот, не забивает. Почему Самба попадает в штангу? Почему еще? Ну, там полно моментов, Олег. Если по статистике, там вообще ужас, что творилось. Там, побеждает, да, не статистика. Вот именно, побеждает не статистика. Но потом мы придем к чемпионату России, что даже статистика иногда тоже. Сереж, я могу сказать, что вот по матчу, то, что провели они в Еврокубке и в чемпионате России, это было две разные команды. И здесь да. Динамо просто не хватило еще времени на подготовку, потому что тот же самый Александр Кокорин, он не был готов на 100%. Молодец, а вот с первой минуты матча с Ростовом я увидел Динамо без слабых мест. Два нападающих. Вот. И вот это вот сейчас, если Динамо зацепит вот эту вот супер победу, да, над Ростовом, я думаю, что также в пух и прах будет разнесен вот этот ХПЛ. Потому что ребята уже, на мой взгляд, набрали реальную форму. Это, опять же, повторюсь, две разные команды были. Хорошо, да? Друзья мои, в следующий понедельник в 20 часов, я уже такой анонс сделаю для наших телезрителей, в следующий понедельник в 20 часов мы встречаемся здесь на телеканале «Видное ТВ». И давайте
Давайте вот те слова, которые сейчас произнесли ребята, мы обсудим их в следующем эфире, что и «Зенит», и «Динамо» в ответных играх покажут другую игру, и результат нас порадует, и сама игра, в общем, нас тоже порадует. Мы можем уже поздравить. А Краснодар мы можем, да, действительно поздравить, потому что команда, ну, просто потрясающая. Дома не проиграет 0-4. Потрясающая, да, прошла два вот этих отборочных тура, да. И, в общем-то, достойно, чего греха таить, в отличие, конечно, от других российских команд. Топ-команд. Топ-команд, которые приглашают футболистов, мне кажется, как на рынке, да, в базарный день, как говорится. Да? Любой игрок, который нужен, в общем-то, или, а может быть, даже и не нужен, попадает в «Динамо». Ну, зря ты так говоришь. А что, не зря? Мы сейчас чуть позже поговорим о трансферах «Динамо». Зря. Да? Не согласен. Что за последний год в «Динамо» пришло там 15 человек. Не согласен. Причем не просто, которые в дубле где-то там чего-то как-то со второй лиги. Не согласен. А игроки сборных. Я тебе отвечу. Хорошо, договорились. Итак, друзья мои, действительно, стартовал чемпионат России. Мы уже переходим к этому турниру. Первый тур за минувшие выходные состоялся. Те, кто смотрит нас в прямом эфире, сейчас в данную минуту идет матч «Амкар-Терек». Или правильно рассказать будет «Терек-Амкар». «Терек-Амкар», да. Да. И вот результаты матча. Итак. Первый тур. Спартак-Рубин 4-0, ЦСКА-Торпедо 4-1, Динамо-Ростов 7-3, Зенит-Арсенал 4-0, Локомотив немножко выбился из статистики с Краснодаром 0-0, Кубань-Уфа 2-0, Урал 2-3 с Мордовией и, как я уже сказал, Терек с Амкаром играют после 15 минут. После 15 первых минут, да, счет 0-0. Друзья мои, пиршество просто голов, моментов, игры. Ну это и хотелось бы... Пир духа. Да. Ну и хотелось бы начать, естественно, с матча... Самого первого тура победы тура. С открытия, да, первого тура чемпионата России. Матч Рубин-Спартак. Ко мне вопрос, я понимаю, да? Ну, естественно. Ты правильно, Кирилл, понимаешь. Скажи, пожалуйста, перед началом этого матча были ли какие-то у тебя предчувствия, волнения, эмоции в том плане, что Спартаку вот так настолько удастся разложить огромные сомнения и очень нехорошие предчувствия, потому что Спартак, новая команда, играет 6 матчей на выезде. И сейчас очень важно для команды поймать настрой. То есть вот если бы мы проиграли, и еще все могло бы покатиться, я не знаю, как дальше пойдет дело. Но дело в том, что я увидел совершенно новый Спартак. Это не как при Валерии Георгиевиче Карпине, когда он пытался Спартака строить Барселону, не обладая таким подбором исполнителей, как в Барселоне, катать мяч. Это был современный, атакующий, напористый футбол, вертикальный, как играла Германия. Не так, конечно, качественно, разумеется, но все пасы вперед, максимум агрессии, максимум прессинга. Рубин в первые 25 минут просто вообще не мог просто выйти со своей половины поля. Для меня это... Ну, вот для меня это результат шокирующий несколько. Я, безусловно, рад. И если вот, я так понимаю, Якин именно продолжает, будет продолжать строить команду в этом направлении, это верное направление. Направление правильное. Очень приятно, конечно, что забил Дзюба. Мне особенно понравился первый мяч, когда он в силовой манере оттеснил. Вот Глушаков, конечно, тоже хорошо пробил. Но вот это в силовой манере, как он развернулся и забил, это было шикарно. Ну что ж, раз уж мы начали обсуждать чемпионат России, то давайте тему обозначим нашей программы. И прошу всех наших телезрителей, давайте подключайтесь. 541-2540 и 547-08-13. Телефоны вы видите на своих экранах. Давайте поговорим о том, что, я понимаю, только первый тур. Ни о чем, наверное, не говорят результаты, но тем не менее. Кого мы считаем фаворитом? Фаворитом уже стартовавшего чемпионата России. «Спартак». Это уже мое личное мнение, я высказываю. Один из фаворитов данного чемпионата. Кирилл, согласишься со мной? А вот до начала чемпионата, Сереж, мы с друзьями там спорим постоянно. Я, знаешь, кого на первое место поставил, исходя из состава, я поставил «Динамо» на первое место. Там 50 лет спустя. Тот никогда, потому что ЦСКА вообще никогда не поставит на первое. Должно проходить. Нет, ЦСКА хватит. ЦСКА, ну, ребят, ну, извините, с одним и тем же составом. Если ЦСКА третий раз подряд станет чемпионом,
Разумеется. Можно заканчивать чемпионат, да. Это дальше будет просто, играть. Знаешь, это будет свидетельство полного банкротства нашего чемпионата. Да, там, потому... Когда Спартак становился, да, 9 раз подряд чемпионом. Тогда была другая все-таки ситуация. Ну, а сейчас команды укрепляются, что-то делается. И, а если ЦСКА вот на одной волне с одним тренером, с одними теми же игроками будет становиться чемпионатом, это будет застой. Я против застоя. По составу сказал чемпиона. Спартаковский болельщик, не желая, чтобы ЦСКА стал чемпионом. Конечно. Нет, я не желаю, чтобы ЦСКА стал чемпионом, ни в коем случае. По составу, по составу. Мы давно не были. Друзья мои, до начала чемпионата я это сказал. Вот когда прошел первый тур, я считаю, что, конечно же, Спартак фаворит. Хотел тоже по матчу, по любимой команде твоей. Да, пройдись, пожалуйста, по любимой моей команде. Игра «Спартака» мне понравилась, хоть я и болельщик ЦСКА, но мне показалось, что Рубин вот в нынешнем состоянии просто вообще никакой. Это беззубая атака, которая давала как раз вот спартаковским игрокам выходить из обороны в атаку очень быстро. Они не цеплялись за мяч. Поэтому здесь заслуга, конечно, Спартака, то, что они играли здорово, и отдельных футболистов, в частности, Дзюба действительно красавчик. Проблемы в обороне-то остались. Остались в обороне, да. Ключевые моменты. То есть можно играть. Я просто говорю, что Рубин, потеряв, наверное, вот Бердыева, да, как главного основателя, он потерял вот именно тот Рубин, которого мы вот знаем. Может быть, и соглашусь, и я рад, что мы потеряли этот Рубин, потому что смотреть, да, вот этот автобус, который выстраивал Курбанов Дым. Олег, мы сейчас говорим об этом матче. Мы говорим только об этом матче, конкретном матче. Мы не говорим о всех играх чемпионата. А что, Рубин не имел возможности забить? Нет, у него были моменты. Или забей Азмун при счете 1-0, выходя 1-1. У них был даже момент, чтобы они повели в счете, но они этим не воспользовались. И я могу сказать, что мы видим Рубин с максимальным количеством брака. Что самое интересное, потому что при том же Бердыеве, хоть и там был автобус в воротах, мы видели очень грамотные, качественные пасы. Вот. А Спартаку стоит отдать должное, вот Кирилл начал перечислять, у них минимальный процент брака, у них очень быстрый переход от защиты в атаку и минимальная потеря мяча. Хорошо, можно сразу за сколько Якин там у нас 2 месяца тренирует Спартак? Можно за это время, учитывая, что практически все игроки, которые играли с Рубином, они уже играли, да, в Спартаке? То есть играли при Карпине. Можно сказать, что это Якин их научил играть без брака, когда этому учат. Без брака научить нельзя играть. Он философию командную просто перестроил. Мне кажется, сейчас перестроил или перестраивает? Перестраивает, у него это получается. Так. Без брака был день Спартака, я не спорю. Наш капитан новый Ребров спас там. Комментатор сказал, что попал в штангу, но сперва-то Ребров все-таки мяча коснулся. Да. И один на один, когда был. Да, и один на один он тоже спас. Угу. Он перестраивает философию командной игры, у него это получается. То, что без брака сыграли, это доля везения. Тогда я тебе следующий вопрос задам. Многие спартаковские ветераны, будь то Титов, Мостовой, все кто угодно, у кого угодно можно перечислять, говорят о спартаковской игре, о том, что вот эти вот стеночки какие-то, забегания, вот этот короткий пас, сейчас Якин прививает другую стиль, философию, стиль игры. И если Спартак откажется от вот этого, как мы называют, спартаковской игры и станет, чемпионом, да ничего страшного, что такого страшного. То тогда о чем мы можем говорить? Нет, сейчас уже, если ты читал, и Титов, и Мостовой, они тоже все в восторге от этой игры, потому что футбол движется вперед, и игровая философия движется вперед. Надо играть вертикально, быстрыми пасами, быстро выходить, и плюс прессинг. Но хорошо, тогда нужно иметь исполнителей, буквально за один день, сейчас, буквально за один день до этого матча Калиниченко, футболист Спартака, написал, что я не думаю, что Якин привьет Спартаку стиль, к которому привыкли его болельщики. А может быть, и не надо больше этот стиль? Да нет, конечно, не надо, понятно. Нет, Олег, болельщики, ты, наверное, просто немножко не в теме, ты не читаешь спартаковские ветки. Болельщики в восторге. Все мобы, все. А какой бы болельщик Спартака был бы не восторге. И ложка дегтя. В прошлом году Спартак начинал так же красиво. Совершенно верно. Да. Давай посмотрим после 5-6. Я не говорю, что Спартак чемпион. Тогда, понимаешь, игра была другая все-таки. Тогда единолично Юра Мовсисян все решил.
а здесь играла команда. Да, да. Знаешь, и, что, Кирилл, можно игра ответить? Другая у команды. И я, вот это меня я могу сказать, Олег, что вот Якин, у него были как раз эти два месяца. И тут огромная его заслуга, что он получил команду и полностью подготовил ее к сезону. А у кого не было этих месяцев? Да. Нет, я просто про Спартак. У Боуша было полгода, у Черчесова было полгода. Нет, мы видим, у кого их не мы было? Просто видим профессионального тренера, который начинал вот по накатанной. У них были и проигрышные матчи у Спартака товарищеские, потом они цепляли 4-4. С Уралом, ведя 4-0. Потом они выигрывали. И мы видим, что за вот этот полностью отрезок предсезонки человек смог выжать все соки Спартака и здорово начать чемпионат России. И после первого тура все. Вот. Но, здесь играть. Очень рано говорить о том, что... Конечно, потому нет. Что во втором туре, я считаю, что будет принципиальнейший матч. Да, Сереж. А то я слушал. Давай, да, слушай. Я, во-первых, соглашусь с Евгением, да. Потому что Рубин будет играть хорошо, когда поменяют тренера. Потому что видно было, что тренер немножко не управляет командой, потому что в перерыве он говорит, что... Не, в перерыве после матча, интервью. Белединова. Он говорит, что я, вот моя вина, что я не сказал защитнику Бурлаку, как играть против Дзюбы. Как это так? Тренер не как сказал, это так? Да, смешно. То есть Дзюба был выше. Не сыграл, это да, понятно. Но Бурлак в сборную призывался. Согласен. Этому игроку нужно говорить, как надо играть с Дзюбой. Нападающий Спартака. Тем более у Дзюбы было три момента всего за весь матч. Три, и он два использовал. Я согласен. И везде виноват Бурлак был, понимаешь? А с какого, извините меня, за сленг перепуга, Белединов выпускает правому полузащитника Дзюдюна. Вот еще ну раз. Да, у них там странно. Вот поэтому. А вот теперь вернемся к Спартаку. А что сделал тренер Спартака? А Сереж, можно я маленькую ремарку? Я Базель всегда любил, ты знаешь, да? Да, я за этим клубом следил, да. И вот именно этот тренер пришел, я очень рад. Давай. Он, во-первых, Камбарова перевел из защиты в полузащиту. Да. То, что он и должен делать, я не знаю, согласен. С какого перепуга он вдруг стал у нас защитником, согласен. В сборной тоже. Угу. Ты видел, помнишь на чемпионате мира, сколько он ошибок допустил? Совершенно верно. А, связка Дзюба-Джано, которая феерила в Ростове, она сейчас перешла в Спартак, она продолжает. Они друг друга понимают идеально. Я посмотрел, как они полузгляды. То есть... Учитывая, что Джано перевели на правый фланг, откуда он навешивал. То есть смотри, да? Какая перестройка. И то же самое делал Калачев в Ростове с правого фланга. И вот Кирилл дальше рассказал все правильно, что какая идет перестройка в Спартаке, и как он расставил игроков, и какая игра идет у Спартака. Совершенно другая. Как мы видели при Карпине. Третье, что у Спартака сейчас больны, извини меня, кто? Мовсисян. Да. Асбилис. И Широков. И Бакетти в октябре Бакетти будет там выйдет уже готов. Да. Сураль, я думаю, ты представляешь, купить. Какое усиление Спартака ждет к осени, когда выздоровят все игроки? Да. Ну и Спартак, четвертое, Спартак не играет Еврокубок. Олег, Спартак. Ребят, может, закончим чемпионат? Спартак не играет Еврокубок. Он... Если закончим чемпионат, то Динамо у нас на первом месте. Подождите, нет, после первого тура, так что рановато. Сереж, мы увидим ответ на все твои возгласы по поводу Спартака в матче Динамо-Спартак. Хорошо, друзья мои, действительно, Кирилл сделал замечание о том, что действительно, но Спартак хороший результат, хорошую игру. Кстати говоря, помнишь, Кирилл, когда мы с тобой после матча разговаривали, да, Спартак Рубин-Спартак, то я говорил о том, что Спартак ведет со счетом 3-0, идет там, по-моему, 75-я минута, и 6 человек Спартака участвуют в прессинге на половине поля Рубина. Физически хотя, казалось бы, вся команда должна была играть чуть ниже, как это делает ЦСКА. Рука Якина. ЦСКА опускается, в общем-то, достаточно низко, и мы помним по опыту чемпионата мира, что действительно наши защитники, да, которые составляют и основу ЦСКА, и основу сборной команды России, опускаются очень низко к своей неправильной штрафной. Позиция. ЦСКА-торпеда, друзья мои, ЦСКА-торпеда, счет, в общем-то, говорит о том, что ЦСКА победил достаточно уверенно, но есть одно маленькое но. Жень, да. Расскажи об этой игре. И что это за но? И было ли оно? Ну, было, наверное. Но то, что мы получили удаление и пенальти, это все, конечно, здорово. Но то, что мы после, скажем так, чемпионата мира, наши защитники немножко не восстановились, наверное, действительно так, потому что потеряли концентрацию при атаке, и торпедовцы действительно забили. Да не было там никакой концентрации, это абсолютно случайный гол, потому что был рикошет. Да, и офсайд это был. Но была штанга еще, давайте вспомним, что это тоже случайная штанга. Ну а потом, естественно, был выход 1-1 Миланова, и был удален игрок
Ростов хотел сказать, потому что Ростов-то тоже, так, тоже так же, такая же ситуация была и с Торпедо. Ну, и здесь уже оставалось дело техники, просто-напросто обыграть Торпедо, поскольку они все-таки действительно, ну, не выглядели командой, которая должна была, ну, скажем... Я тебя понял. Скажи, пожалуйста, на такой вопрос. Раз уж мы обсуждаем матч ЦСКА-Торпедо, ЦСКА, я напомню, чемпион страны, да. Торпедо, команда, которая после 8 лет вернулась в премьер-лигу, да, и у нас в этом году интереснейшая ситуация, что у нас 4 команды, да. 4 команды с ФНЛ вышли в премьер-лигу. Ну, а ты, нет, вот, я хотел узнать, вот видите? Чувствовалось о том, да, что конечно, ты же был на игре, да, конечно, вот чувствовалось, что Торпедо это команда, ну если не с другой планеты, только по, как минимум только с другой лиги. Да, это конечно чувствовалось, это видно было, что игроки, которые, ну я имею в виду торпедовских игроков, было видно, что они немного, скажем так, ну... Еще не знают вкус вот этого высшей лиги, премьер-лиги. Они еще играют на уровне ФНЛ. Да, ФНЛ. Причем у них не было задачи у Торпедо прошлого сезона выходить, да, в премьер-лигу, потому что они еще хотели закрепить уровень. И у них не было возможности сейчас поменять состав, потому что когда команда выходит из низшего дивизиона высшей, там нужен и качественный состав игрок. А мы сейчас увидели, что 4 команды, ни одна достойно не провела игру, только вот Мордовия. Я согласен, но Мордовия все-таки она вылетела в прошлом году. Если вы видели, там полностью поменялся состав при Юрии Павловиче, все менялось. И там поменялся тренер. Хорошо, ребят, Торпедо тоже тренер поменялся. Еще хотел к этому моменту добавить, потому что, допустим, на последней минуте произошло столкновение, которое, скажем так, могло закончиться трагически, но, слава богу, все закончилось хорошо. Говорит о том, что игрок Торпедо, который вступил в единоборство с игроком ЦСКА, да, он не был готов к тому, что предстоит вот такое вот стычка. Напоминает мне Велитон Акинфеев. Акинфеев не был готов к тому, что полетит Велитон. Тут говорит Женя о том, что борьба совсем другая. Желтую получил, должен был красную получать. Кто? Ваш защитник Миланов. Когда была другая ситуация, Сереж, локтем ударил в лицо. Видно, что когда он прыгал. Ну как, ты выпрыгиваешь, ты естественно. Нет, Сереж, ты говоришь о ситуации. Падение, упал он головой, да. Ты говоришь о ситуации Веллингтона Акинфеев, там, где была не борьба, там, где было очень плохое поведение игрока. Акинфеев не был готов к тому, что Веллингтон бежал и будет играть не в мяч, а в него. Ну потому что явно было, что Акинфеев был первый на мяче. А здесь еще была борьба, то, что неизвестно, чей мяч. Мяч находится. Не был готов. Торпедо и все команды уровня ФНЛ, которые к нам пришли, они еще не готовы. Да нормально Торпедо сыграл. Ребята, давайте мы не будем. На самом деле, действительно очень хорошо, что не случилось трагедии, что игроку оказали быструю медицинскую помощь, причем и врачебный штаб ЦСКА, тут же и скорая хорошо сработала. Тут, в общем-то, вопросов нет. Вот это вот действительно. Сработал, он сразу понял, что все произошло, когда... и он пригласил сразу. Конечно. Он, было видно хорошо, что он вызывает прям сразу две бригады. Он показывал этим и этим, бегите сюда. Очень отрадно. У нас есть телефонный звонок, давайте пообщаемся. Добрый вечер. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Николай, я житель города Видное. За кого болеете? Вот. Многолетний болельщик «Спартака». Наконец-то! Здрасте. Мы думали, видно, «Спартак» не болит. Вот. Готов ответить на вопрос вашей передачи. К сожалению моему, «Спартак» не будет в этом году чемпионом. Да. К огромнейшему сожалению. Объясню почему. Потому что пока Андрей Тихонов не станет у руля «Спартака», порядка там не будет. Там приглашайте хоть Мауриньо, хоть Хидинга, хоть кого угодно. Спасибо за это мнение. Вы знаете, я часто слышу, что пока не будет Тихонова, пока не будет Оленичева, пока не будет там, не знаю, кого там, Юрана, Мостового. Второго Карпина. Да, второго. Ну, друзья мои, мне кажется лично, что дело не в этом. Не в воспитанниках Спартака. Да, не в воспитанниках Спартака. Наверное, в чем-то другом. А в чем?
Поживем, увидим, просто узнаем. Просто тут нет опыта у этих тренеров, которые есть у того же Якина, да, который уже многолетний тренер. Якин тоже с чего-то начинал. Да, он начинал. И тут тоже Тихонов начинает. Он сейчас начинает тренироваться в Краснодаре. Вот совершенно верно. Да. И Тихонов начинает, и Оленичев начинает. И дай бог, чтобы они воспитанники Спартака. Они пришли Спартак. Абсолютно согласен. У нас есть телефонный звонок, давайте пообщаемся. Добрый вечер. Добрый вечер, Юрий Сергеевич. Юрий Сергеевич, с победой. Рад вас видеть. Спасибо, мы я тоже. Я не согласен с предыдущим товарищем, который звонил. Я считаю, что все, кто сегодня выиграли вот в первых турах, да. Я понимаю, что так дальше не будет, конечно, складываться, но тем не менее, многие из них могут быть фаворитами. И «Спартак», и «Динамо», и «ЦСКА», и «Зенит», и «Локомотив», да. И «Краснодар», кто знает. Кстати сказать, мне понравилась игра именно «Локомотив-Краснодар». Хотя и нулевая была ничья. Угу. Даже больше, чем все вот остальные там, которые забивали по 7 мячей, по 4 мяча. Да, ну, нам известно, да, такие команды. Была борьба. А кто это? Хорошо играли обе команды, хорошо играли в «Азари». И даже счет меня это вполне устроил, потому что приятно было смотреть на атакующие действия этих команд, обеих команд. А вратари как сыграли, показывает. Да? Да, вратари сыграли великолепно. Вот. То есть все говорит о том, что команды играли хорошо. Ну, а когда влетает по 7 мячей туда, 3 в обратную, вы знаете, уже становится неинтересно смотреть. Ну, а что касается вот «Зенита», вы там обсуждали. Да. Вы знаете, я так вот не разбираю по палочкам, как кто сыграл, хотя могу сказать, даже в том же матче, как играл «Зенит», то есть я имею в виду не чемпионат, а Лиги чемпионов. Да, в Лиге чемпионов. Во-первых, Халк очень много ошибался. Много было неточных передач. А когда команда бьют мимо, выше и так далее, это можно бить сколько угодно. Простите, мяч-то идет мимо ворот. И когда некоторые комментаторы говорят, ой, опасный удар по воротам. Какой опасный, он идет в 5 метрах от ворот. Какая тут опасность может быть? Да любой удар в современном футболе по воротам, это уже опасный момент. Да нет, Олег. Ну что, если мяч идет явно мимо ворот, то какая может быть опасность? Он идет мимо ворот. Я понимаю, когда низом, когда может быть рикошет, это понятно все. Но когда явно, и вдруг говорят, опасно бил, так можно бить сколько хочешь. Вот. А я всегда делю вот эти подобные игры, когда «Зенит» проиграл, именно данный матч. Я просто сижу и говорю, бездари, пусть проигрывают. Ну раз не могут лучше играть, не хотят, не могут, не получается. Это пятые вопросы. Но ведь «Зенит» ничего не забил. Ничего не забил. Значит, они сыграли, на мой взгляд, бездарно в этой игре. Что будет в следующей, то будет уже в следующей. То будет совсем другая игра. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Ну, естественно, в понедельник, как я уже говорил, мы обязательно мне обсудим. Мне, наоборот, понравилось, что много мячей забито. Друзья мои, мне тоже понравилось, что много мячей забито, но вот я соглашусь с Юрием Сергеевичем. И... Юрий Сергеевич эстет, я не знаю, как может понравиться игра 0-0. Конечно, сыграли, но были матч поинтереснее. Конечно. Интересно. Переходим к матчу «Динамо-Ростов». Счет. Такого счета не было в 21 веке в чемпионате России, да, чтобы 7-3, 10 мячей команды на двоих забили ворота друг друга. Сереж, тебе вопрос примерно похожий, как я задавал Кириллу по поводу ожиданий. Ростов, учитывая, что ушли Дзюба, Ананидзе ушел, учитывая ситуацию, которая сейчас происходит в Ростове, такая даже уже не закрытая, а прямая и откровенная борьба компроматов, да, и так далее с руководством Российского футбольного союза. Можно ли было ожидать подобного рода результата? Нет, конечно, никто не ожидал, потому что тем более мы помним матч на Суперкубок, мы не обсуждали его, не помню. ЦСКА с Ростовом, когда играли. И, в принципе, Ростов-то хорошо смотрелся и забил первым, опять же. И вот до удаления, до этих, играл, в принципе, неплохо. И... Как и у «Торпедо» в целом, непонятно. Ты можешь да, согласиться? Да, и у «Торпедо» то же самое, я считаю, да. То есть, не надо сбрасывать. «Торпедо» очень неплохо сыграла и... Неизвестно. Ну, я про «Динамо». Да. Давайте про «Динамо». Ну, естественно, я не ожидал такого счета, что команда посыпется. И я с Божичем согласен, что он говорит, что команда-то играла, ну, начала, вернее, неплохо, но вот как-то вот...
оборона потом встала у него, и динамовцы творили, что хотели в конце матча уже там, могли еще забивать там и забивать. Хорошо, два пенальти. Ты сейчас говорил, что ЦСКА пенальти дали, может быть, незаслуженно, а два пенальти, которые дали динамовцы, забиты оба, рукой оба заслужены были. Оба заслужены, я считаю, да. Но первый пенальти прямо с трибуны показал, что там было чистое нарушение. Но судья просто с другого ракурса увидел этот момент, он не видел полностью. Да. И мне вообще посчастливилось видеть такой матч. Просто это мой самый результативный матч, наверное, в жизни. И что касается именно твоего вопроса с пенальти, судья очень грамотно и четко обратился к боковому судье, который все четко видел. Это было видно с трибуны. А по поводу второго пенальти, мне кажется, тут 50-50, конечно, такой момент спорный. Я думаю, судья тоже, в принципе, не оплошал, потому что с трибуны было видно по первым минутам, что будет очень хороший счет, будет много забитых мячей, и Динамо победит, потому что Динамо по скорости, по мысли, каждая у них потенциальная атака, это был практически гол, это была открытая игра, и как одной команды, так и другой. Что касается у Динамо, я не увидел именно слабых мест. Я не увидел новых новичков, вратарь, которые могли бы как-то плохо сыграть. Многие болельщики несли свою критику вратарю. Но я считаю, что один мяч, был на совести вратаря Габурова. Второй, там. Но второй там выгрызайте защитники, не давайте прохода. А Габуров хотел как бить, Нойер подстраховать, но у него не получилось. Я согласен. Олег, просто я по пенальти тебе скажу, ты рассуждаешь, как у нас тренер был Жемчужный, помнишь, мы вспоминали его недавно. Да. Он сказал, что при счете там 7-1 или 7-0 судья не поставил пенальти. Стоп, Сереж, давай не путай. Не надо. Давай не путай. Второй пенальти был забит, а счет был какой? 3-2. Давай я тебя сейчас успокою. И меня 2. В матче ЦСКА-Торпедо назначили бы пенальти, не назначили. Я согласен. ЦСКА бы выиграли. Я на 100% уверен, ЦСКА дожали бы. Команда намного сильнее и серьезнее. В этом матче, ты скажи, Динамо не выиграла бы? Динамо бы не дали бы этот пенальти какой-то сомнительный, в руку попали там. Там-то, я не знаю, там, если слепой, если слепой не увидел, что сбивали нападающего, то я не знаю. Сереж, это был день Динамо. Они все забили. Друзья мои, это был день Динамо. В пятницу был день Спартака. Что ты еще хочешь? Ионова сбивают в штрафной, судья не дает пенальти. А Кокорину Динамо в конце показывают вне игры, а там вне игры-то никакого и не было, понимаешь? Да. Был другой игрок совершенно. Были моменты, что отнимали. А Ростову не дали пенальти. Что дальше? Не было такого случая. Динамо было сильнее в этом матче. Что ты хочешь? Я же не говорю, что Динамо было слабее. Мы же не говорим, что слабее. Просто мы говорим о том, что результативные ошибки. Счет по игре встал. Хорошо. Ростов встал. Он не играл. Результативные ошибки судей все равно есть. Хорошо, у нас болельщик Спартака, хоть он сегодня больше о Динамо говорил. Скажи, я Динамо? Ну, конечно. Ты знаешь, Сереж, вот по качеству это был я не хочу сказать, что Динамо плохой, Ростов хороший. По качеству это был самый плохой матч. Динамо надо думать не о том, что оно 7 забило, а о том, что оно 3 пропустило. Спартаку также надо думать, не то, что они 4 забили. Вот в следующем матче вы выясните, кто вас думает, а кто играет. У вас тоже были проблемы в обороне, у вас не самые надежные. Вы от Ростова, от разобранного с Ростова, вы пропустили 3 мяча. У нас болячки такие же, как у Спартака. Мы выйдем совершенно одинаково. Как ты думаешь, можно ли Дзюба в таком стиле самбу оттеснить? Нифига, ни в коем случае, самбо не даст. Посмотрим. Хорошо, друзья мои, у нас, к сожалению, 3 минуты, а то, может быть, и 2. Смотрите, с переходом на систему осень-весна в прошлом году в первом туре было забито 25 мячей. В этом году, не считая матч, который сейчас проходит, уже 30 забито мячей. То есть все команды начинают на нормальных полях, в нормальном настроении, после летнего отпуска. Да? Плюсы и минусы, прям буквально одним словом. Видимо, эти плюсы и минусы перехода на осень-весна. Мы сейчас бы играли бы осенью, осенью. Весной. Весной, да. Месили бы грязь. Да. А так приятно начать. Так первый тур, смотри, как проходит. И последние туры, давайте тоже не забывать, они в мае проходят. На хороших полянах уже. Я о чем и говорю, что и когда последние решается туры, чемпионство, совершенно не грязи копаться в ноябре, в декабре, там на мерзшем поле, заканчивать чемпионат в мае. Согласен. Следующий вопрос. Давай, Локомотив. Локомотив. Уже Сергеевич, в принципе, уже все сказал о Локомотиве. Играем по Локомотиву. Я согласен с Юрием Сергеевичем, то, что и счет 0-0 бывает иногда очень приятно и полезно посмотреть и увидеть большое обилие голевых моментов. Но, к сожалению, в этой игре стоит отметить не полевых игроков, а вратарей. Тех людей,
тех 11 настоящих игроков, которые могут по-настоящему спасти команду. И Андрей Дикань, и Гиля Гильерми, наш замечательный капитан команды, сделали все для того, чтобы сохранить нулевую ничью на табло. Стоит отдать должное, то, что мысль была как у одной и у другой команды, и это только начало, и пожелаем Локомотиву удачи в сезоне. Итак, друзья мои, к сожалению, все понятно, да? Те лидеры, которые изначально всегда были лидерами, да, это и ЦСКА, это и Динамо, и Локомотив, и Спартак, и Зенит, и, может быть, и Краснодар, да, составят конкуренцию. Кстати говоря, отвечая на вопросы нашей программы, да, кто будет фаворитом, я думаю, что фаворитом именно вышеперечисленные команды и будут. И напоследок специальный подарок для всех болельщиков «Динамо». Я специально посмотрел статистику за прошлый год. «Динамо» больше года, от около двух даже не было эта команда на первом месте. Внимание, турнирная таблица специально для болельщиков «Динамо». Ура! Спасибо большое. Спасибо большое. К сожалению, времени у нас больше нет. Мы с вами прощаемся. Всего доброго. В следующий понедельник встречаемся в 20 часов. До свидания. Всего доброго. До свидания. Болельщики, пока.